Так, в общем, всем привет, приветствую вас на Суперстарсе. И первый наш бой — это Алекс Райли против Майкла Магиллакати. Сейчас вот комментаторы подприветствуют нас, потом на заставочку. И рестлеры будут выходить на ринг. Вот выходит Алекс Райли. Что-то он тут, если честно, не очень похож в игре. Алекс Райли. Просто отличная песня. А вот, надеюсь, что в 13 части ему нормальную тиру сделают. Какая-то левая тира, даже не знаю, откуда она. Тут надо мне рока уже поставить, скорее всего. Так, и следующий будет выходить Майкл Магиллакати. Тоже с отличной песней, тоже отличный рестлер, рестлер во втором поколении. Это вот тоже не знаю, откуда у него тира. На NXT у него были голубые вроде трусы, а это вот вообще не знаю откуда. Это во время дебюта на Роу. Что-то говорили, то, что он вроде как фейсом стал, но вот у нас выходит как хил. Странно, конечно, все на хаус-шоу одно, а у нас вот тут другое, да? В общем, ладно, возвращаемся к матчу. Ах да, мейн-эвент у нас будет Джастин Гейбриэл против Джиндера Махала. Но не пропустите. Вот. Ой. Сразу же Майкл Магиллакати проводит вот такой вот бросок. Вот это да. Так, бэкбрейкер от Майкла. Вот что творит хил, а. Ой-ой-ой-ой. Ой. Майкл за рингом. И тут уже Алекс к нему слезает. Ой, и это нэкбрейкер. Оуч. За рингом неприятно такое получить. Уже три, думаю, для рестлера залезать на ринг. Тут Кол еще комментирует Райли как хил, то есть восхваляет его по-всякому. Сейчас он уже так, по-моему, не делает. Ой, что творится, а? Что творится? Рестлеры забыли, видать, что такое ринг, что нам нужно возвращаться. Тут уже 8 было, но Майкл на ринге и атакует. Ой! Такого никогда не делал, в принципе. Ой. В игре Майкл отлично получился. Вообще хорошо вышел. Хотя он сейчас борода очень большая стала. Ой-ой-ой-ой-ой. Алекс Райли по-всякому реверсирует. И такой вот. Ой, ничего себе. Да. Такой тройной клоузлайн. Чё, а? Ох, ты чё делаешь, собака? Ой, яй-яй-яй-яй, бедный Майкл Магиллакати. Получает он сейчас от Алекса, уже элбоудроп получил. Ай-яй-яй-яй, ой. Ну, Алекс его совсем забил. Нет, вот он смог. Ох, какой хороший бросок сейчас провел этот рестлер. И еще реверсирует вдобавок. И вот еще то раз точно так же. Майкл почувствовал все. Вот бросок. Руку об ринг. Ой. Ой-ой-ой-ой. Нет. На проне еще. И это Апрон Соплекс. Ой. Ой. Классический прием такой вот. Ничего в нем примечательного нет. А вот если вот в этом. Ой, нэкбрейкер! Кручашишься. Ой. Ой, ой. Удары по голове.
И первое удержание матча пройдет ли? Раз, два, нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, снес. И еще один булдроп. Толпа что-то букает, что ей не нравится-то, а? Ой, еще и дропкик зарядил, ай-яй-яй. Не помню, что стринга не умеет сбегать, что ли? Ой! Вот, все, Майкл сбегает с ринга. От греха подальше, вот он показывает всем. По-моему, это таунт Нексуса вроде как. Вот ты ж, сволочь. И это ДДТшечка от Майкла. Ралли встает, и Майкл проводит ему Хэгман Нейкбрекер. Так этот прием называется. Клоузлайн еще. Еще дропкик. Вот что творит, а. Снова удержание. Раз, два, нет, даже два не было. Вот так вот у нас сегодня поединок. Ой, хил сбивает фейса, типичное явление. Фейс переход в инициативу, еще типичнее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какое ДДТ сейчас пробил. Ой. Ой-ой-ой, фирменный прием Майкла. Оуч. Next snap. It's over, скорее всего. Раз. Нет, судья что-то не считал. Что ж судья такой тормознутый у нас, а? Райли Нэкбрейкер. Нэкбрейкер. Ой-ой-ой-ой-ой, Райли. Коннектинг. Вив. Экла Нэкбрейкер. Ой. И DDT. Снова Майкл. Ой-ой-ой-ой, что задумал Майкл? Ой-ой-ой, какой бросок. Отчаянно его барестлера лежат на ринге. Что же будет, а? Нет. Майкл встает раньше. И проводит Белли ту Белли. Оуч, отлично. Райли. Алекс Райли, раз. Снова нифига подобного. И реверс, нет. Мотает с ринга Майкл. Тут, как мы видим, вот что происходит. Ой. Ух. Экстремальный бросок. Ой, ёптын. Еще экстримчиков. Ой. Что задумал Майкл? Ой-ой-ой-ой-ой. Это Майкл Катер. Ой-о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 й. Неожиданный поворот. И раз, два. Нет! Райли вырывается. Сейчас, наверное, Райли проведет свой или этот ТКО, ТАКО, или же ведет наоборот свой фирменный Алекс ДДТ, назовем это так. Ой-ой-ой, попытка Алекс ДДТ, нет! Майкл это реверсирует. Ой, еще один снэп. Ой, ёптыш, твою ж. Словами это не назвать, ой. Вставай, снова Майкл показывает, что он готов. Могила катеру. Что-то он его не проводит. И вот, и второй! Могила катер! После такого не встают. После такого не встают, друзья. Раз, два, три. Все. Побеждает. Могила катер на суперстарсе. Неожиданный поворот, неожиданный ход событий. Да, вот так, да. Ждите следующий.